5 суток поисков и дуэлянт в наручниках. 23 декабря 34-летний подозреваемый из охотничьего ружья застрелил мужчину на окраине села Ставрово Окнянского района. Задержанный хотел окончательно решить любовный вопрос. Мужчины не могли разделить любимую женщину. Дуэлянт неоднократно угрожал оппоненту, пока пьяным не выследил соперника и не застрелил его прямо через лобовое стекло автомобиля. Для розыска убийцы в области объявили план «Сирена». Схватили горе-любовника только в Беляймском районе. Слідчі оголосили йому про підозру в умисному вбивстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до чинного законодавства порушникові загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.